Украине. Потом, Анастасия Маркс у нас расскажет, мы тут привезли выставку, часть выставки, посвященной Второй мировой войне, которую нарисовали одесские художники в этом веке, после войны, так сказать. И презентует эту выставку, может быть, у кого-то возникнет желание, так сказать, пригласить нашу организацию, чтобы мы провели в городе там эту выставку. А потом у нас как бы в заключение будет после Анастасии, там она кратенько скажет, выступит Олег Музыка. У него 3 августа вот вышла свежая книга об Одессе, она еще пахнет типографской краской, это первая презентация, в принципе, он пару слов скажет о ней. И если у нас останется время, то Василий Волга, лидер партии «Союз левых сил Украины», пару слов, может, скажет о предстоящих выборах в 2019 году на Украине, и вообще, чем нам это грозит, и вообще, кто там вообще, кто кем будет. Но это если останется время, Василий, потому что у вас выступление во второй части, так сказать, сессии, когда там будет другой модератор, там ваше выступление. Хорошо, понятно, да? Итак, слово предоставляется Станиславу Шинскому. Спасибо. Во-первых, все-таки я, как политический аналитик и как же работник, сотрудник медиа, не хотел бы превращать свое выступление в политическое выступление, поэтому все-таки начну с того, что я не согласен с некоторыми заявлениями, которые прозвучали сегодня от предыдущих докладчиков. Я вполне ответственно могу заявить, что Украина – это не нацистское государство. Современная Украина – это не фашистское государство, несмотря на то, что в Украине сегодня происходит рост национализма и бытового, и на уровне общественных организаций, и определенный рост популярности крайне правых организаций. Тем не менее, Украина – это не фашистское государство, это скорее либеральная демократия, в которой происходит рост националистических настроений, которые используются нынешней властью в ее определенных целях. Точно так же я не хотел бы все-таки комментирую сразу заявление Исаака. Я также не хотел бы распространять многие российские мифы, которые здесь сегодня прозвучали, в частности о том, что в Украине будто бы не находятся российские войска. Российские войска находятся на части оккупированной территории Украины, территории части Луганской и Донецкой областей, а также вполне официально произошла аннексия Крымского полуострова при участии российских войск. Но, переходя от этой политической части к аналитической, я бы хотел поговорить, собственно, о росте националистического движения в современной Украине и о том, как националистическое движение влияет на определенные процессы на уровне местного самоуправления в современной Украине. Я признаю, что я человек, который многие годы питал и до сих пор, наверное, питаю определенные симпатии к крайне правым движениям. И я считаю, что я в этом плане могу быть достаточно честен, также и с позиции критика к крайне правых движений. О чем я буду сегодня говорить? Это те вещи, которые на самом деле касаются очень многих людей, представляющих украинское националистическое движение, которые волнуют очень многих людей в этом движении. Именно речь идет о том, что вполне закономерно, что в связи с тем, что крайне правые элементы принимали очень активное и действенное участие во время Евромайдана 2013-2014 годов, эти пассионарные группы получили достаточно широкую поддержку масс и поддержку средств массовой информации и, соответственно, поддержку официальной власти в 2014 и в последующие годы. Это привело к небывалой ситуации, когда националистический дискурс, который до 2014 года считался маргинальным и неприемлемым для большинства, стал совершенно рукопожатным, совершенно приемлемым и официальным в Украине. То есть, если раньше невозможно было помыслить, что кто-то на официальном уровне способен будет произнести националистическое приветствие «Слава Украине, героям слава», сейчас это вполне нормально. Те же люди, которые до 2014 года критиковали националистов, обвиняли их в маргинальности, обвиняли их в фашизме, нацизме и других политических преступлениях, сегодня сами используют националистическую риторику, потому что она стала приемлемой и в некотором роде модной.
Это ужас. И мы оказались в очень интересной ситуации, когда националистические организации как будто бы находятся под определенной опекой официальной украинской власти и используются официальными украинскими властями для выполнения грязной общественной работы. Например, сейчас в Украине очень много говорят о процессе децентрализации, о росте местного самоуправления и так далее. Но в действительности происходит обратное. Происходят процессы централизации власти. Администрация президента Петра Порошенко пытается всячески сконцентрировать власть в собственных руках. Но поскольку на официальном уровне официальные органы, полиция, служба безопасности и другие структуры не могут быть использованы для давления на местное самоуправление, то в этих целях используются общественные организации, а также так называемые независимые средства массовой информации. В частности, именно наиболее радикальные общественные организации, в первую очередь националистические, правый сектор, Си-14 и другие, которые совершают очень много правонарушений общественного порядка, в том числе криминальных нарушений, но по удивительному стечению обстоятельств ни правоохранительные органы, ни государственные структуры этих нарушений не замечают. В частности, если говорить о местном самоуправлении, то так, 30 мая 2017 года активисты политических партий «Свобода» и «Национальный корпус» штурмом взяли областной совет во Львовской области, то есть местный львовский краевой парламент. Был взят штурмом с дымовыми шашками, с выламыванием дверей, и было оказано политическое давление на местных депутатов с целью принудить их проголосовать за совершенно популистский и малозначимый вопрос. Впоследствии подобные инциденты повторялись в городе Черкасы. В Черкасском городском совете активисты национального корпуса и национальных дружин 29 января 2018 в этом году, полгода назад, точно так же в масках, балаклавах вошли в здание горсовета, блокировали работу сессии горсовета и принудили депутатов проголосовать за бюджет в версии исполнительной власти. И, наконец, 20 июня 2018 года, всего два месяца назад, активисты национального корпуса точно так же агрессивно, с выламыванием дверей, с дымовыми шашками, с драками, взяли штурмом Харьковский городской совет. Город Харьков в Украине – это город с населением больше 1,5 миллиона человек. И мы видим определенную тенденцию, что для того, чтобы оказывать политическое давление на местные советы, которые сохраняют определенную автономию, в частности, это касается города Львова, где очень сильные позиции у мэра Андрея Садового, которого считают одним из главных претендентов на пост президента Украины в 2019 году, а также Геннадия Кернеса в городе Харькове, который также много лет подряд переизбирается и является очень популярной фигурой в Харькове. Во всех этих городах, в которых, скажем так, достаточно сильны позиции местных политиков, мы видели примеры давления на местное самоуправление при помощи общественных организаций, что очень показательно. Как во Львове на Западной Украине, так и в Харькове на Восточной Украине полиция бездействовала. Несмотря на то, что во Львове 30 мая 2017 года спецподразделения полиции находились в 100 метрах от событий, они просто безучастно наблюдали. Более того, после событий в Черкасах, после того, как националистические группы повлияли на ход голосования депутатов во время сессии Черкасского городского совета, советник министра внутренних дел Станислав Речинский высказался положительно, сказал, что общественность оказала положительное воздействие на депутатов. То есть официальное лицо, которое представляет Министерство внутренних дел, оказывает как бы определенную поддержку националистическим группам, которые также определенным образом связаны с Министерством внутренних дел. В частности, лидером партии «Национальный корпус» является Андрей Белецкий, человек достаточно популярный в праворадикальных кругах, человек во многих отношениях, безусловно, достойный, но не следует снимать со счета тот факт, что он, как народный депутат, баллотировался от партии «Народный фронт», одна и та же политическая сила, которую представляет Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, а также возглавлял полк специального назначения «Азов», который входит в состав Национальной гвардии Украины, которая тоже прямо подчинена министру внутренних дел Арсену Авакову.
То есть все эти факты при определенном сопоставлении показывают некоторую неприятную тенденцию, причем неприятную в том числе для очень многих националистов, которые понимают, что их начинают использовать в своих политических целях. В частности, некоторые националистические группы уже отмежевались от этих процессов, и они, конечно же, обвинили наиболее мейнстримные националистические организации в Украине в сотрудничестве с системой и сотрудничестве с властью. Очевидно, что так оно и происходит сегодня.